Так надо, наверное, какое-то оружие взять. А ну, пацаны, это отходите все. Ты чего? А я не сильно. Ой, да блин, я навесиком взял и прям в тебя попал. Его там форма сейчас... Нет, я выживал. Что там? Вот это было мощно. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас Гусенек, Думыч, Фриз, Форум, Подлючка, Геймер, Сахар, пацаны, поздравайтесь. Привет. Салам алейкум, братья. Привет. Всем привет. Всем привет. Всем здрасте. Очень крутая рубрика «Выживание на деревянной постройке». Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Начну ломать постройку этим волшебным топориком. Кто первый упадет, тот лох. Я не упаду, говорю сразу. Ну что, скидываем. Ого, как зашаталось все. Вроде чуть-чуть только разломал. Так, будем потихоньку с разных сторон ломать, чтобы она постепенно разрушалась. Постепенно. Никто не упал? Никто не упал. Нет. Хорошо. Саня, вообще тут сальтухи делают. Сальтухи, да? Хорошо. Сейчас мы посмотрим ваш профессионализм, как вы начнете все падать. Так, я к вам, пацаны. Я с вами флексить. Танцуем, танцуем. Нормально? Опа, смотрите, смотрите, как она кренится. Хорошо. Что там спокойно, жарко, мы флексим. Вы там в кубике стоите все. Что там, пацаны, нормально все? Ого. Вообще ничего. Ребята, если вы хотите, чтобы мы этот крутой режим записывали со стихийными бедствиями, поставьте плюсик или напишите, мы хотим. И мы обязательно скачаем мод на ветер, лаву и землетрясение. Опа-па, ну что, пошло. Так, первый, второй, третий. Ага, еще там... Ай, ты смотри. Ага, еще сколько людей там осталось? Двое, да? Я не подохну. Долетай, но не упали. Я топорик затупился немножко. Опа, это есть. Надо поточить. Так, подождите, а там кто-то остался? А, я вижу. А-а-а, и тучка. Ну давай. А я не буду тебя бить. Опа, есть, есть. Ого, его... как его колбасит сильно. Ой-ой-ой. Вообще. Нормально? Пойдет. Так, надо, наверное, какое-то оружие взять. А ну, пацаны, отходите все. Ты чего? А я не сильно. А не си... Ой, да блин, я навесиком взял, прям в тебя попал. Кто остался живой? Кирилл Геймер. Кирилл Геймер, ты молодец, на тебе за это. Ты как меня докопался, а его не убил, да? Все отлично. Так, ну что, Кирилл Геймер начинает следующий раунд. Давайте мы поставим в этот раз другую постройку. Мы поставим сейчас такой замок, немножко там другая физика, но будет интереснее. Давай, Кирилл Геймер, удиви нас. Я хочу еще раз выжить, чтобы следующую постройку ломать бомбами мощными. Нет, я хочу. Или гранатометом, как я делал это. Он пулит. Саня. Ого. Так, пацаны, я понял, что надо делать. Надо вот здесь стоять. А что меня тянет в какую-то сторону? Ой, 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 прям подо мной ломается. Эй, 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 меня отталкивает. Все, я вот так буду стоять. Не, что-то пулемет бракованный. Да, я знал, что ты его, этот, все по три купил. Убивай Диму. Не надо меня убивать. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Записываем очень крутые рубрики, которые поднимают людям настроение. Если вы хотите с нами пообщаться, заходите в наш Дискорд. Ссылочка в описании. Ого, а че все живые? Ты ж попал. Так нет, мы все, мы ушли. А, упали, да? Ну все, я понял. Все в одном месте были. Ну вот это ж, так видишь, оно... Ой. Кирилл Геймер, ты прям в меня пушкой попал и на другой конец карты улетел. Это ж хорошо. Вот и... Ой, чувствую, я сейчас умру. А, нет. Подлючка улетел. Прикольно. А ты чё возле меня стоишь? Убегай, Сахар. Беги, беги. Убегай. Нет, он не хочет. А ну, Дима, сдохни, ладно. Не, я буду жить. Ух ты, а чем ты стреляешь? Такие прикольные выстрелы. Это вон какие-то это... другие снаряды. Ух ты! Они не разрушают, кстати, постройку. Или разрушают, я так и не понял. Разрушают. Они откидывают человека за 5 километров, я проверена. Не за 6? Может и за 8. Всё, Сахар умер. Я последний остался? Да, ты не Ребята, это круто. Удаляй свою вонючую пушку. Так, я хочу тоже ломать эту же постройку. О, я знаю, какое у нас есть оружие крутецкое. А ну удиви нас. Хочешь удивлю? Сильно хочешь удивиться? Очень, очень, я ж умираю. Что он взял? Что он взял? Ядерку. Не-не-не-не-не-не-не. Вот! Что это?
Я буду ломать сдалека, чтобы было интереснее. Что, готовы? Я понял, да, он задумается. Это ракетика. Я уже умер. Я уже умер. Ой, ой, нет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я псих. Че, горит здание? Давайте посмотрим, как оно будет разрушаться. Мне даже делать ничего сильно не пришлось. Ой, как хрустит все. Не палим свое местоположение. Не надо уже вас, наверное, сильно мучать. Буду я кидать вот такие бомбы. Это не сильно мучить называется. Бу! Нет! Надо еще выдать себя. Смотрите. Не надо, Дима, думайся. Ох, она хрустит, как красиво. Я вижу, где все. Процаны, прощайте, кидай туда бомбочку. Нет. Бу! А, вот живой еще у нас. Движ Париж. Бу! Повезло тебе. О, давайте эту штучку разрушим. Нам же. Пожалей меня, пожалей. Так, давайте посмотрим, кто еще живой остался. Не надо. Еще три человека. Все. Ну все, все, ты уже все на доске стоишь, можно сказать, что умер. Еще три человека, Дим. Три? А где они все? Чего их не вижу? Тихо, молчим. Ой, как оно прикольно все поджигает. Вот это классная штука. Explosion называется. Тихо. Молчи. Я вижу, где вы, я вижу. Ну что, прощай, щенок. Дало, Миньонович Иван Петрович, ты что, еще живой был? Не только я. О, вот такой еще гранатометик у нас есть. Красота. Там еще сахар живой. Движ Париж. Не надо. О, РПГ. РПГ. Так, я никого не вижу. Где? А, вижу. А, все, сахар. Прям в меня прилетел. Сахарок выжил? Я видел. Да. Ну что, сахар, ты красавчик. Все, давай, мы готовы. Разрушай. Ах ты, Дим, куда спрятался? Я к тебе. Привет. О, калаш. Калаш, это хорошо. О, спасибо, что жизнь пополнил. Респект тебе. О, что-то уже шатается. Ветер сильный, что ли? Ой-ой-ой-ой. Да, Дим, просто сегодня осадки. Осадки калашами? Сегодня снег. Калашный дождь. Че, еще никто не упал? Ой-ой-ой-ой, тихо. Колбаса. Спокойно. А че она так прикольно кренится? Ей мне нравится. Отойди. Не отойду. Шо это танцоры вообще? А че, когда танцуешь, не падаешь, что ли? Падаешь. Ай, пробуй убивай. Че, я живой. Я живой. Ой, ух ты. А, все, я упал. Блин. Я живой. Не смог. Я живой. Гусанек, ну да, ты еще так 20 сантиметров над землей. А как, ты как выкрутился, молодец. Так, давайте посмотрим, как он разрушает. А, он тут балки ломает. Не пали меня. Я молчу. Не пали меня, не надо. Ребята, досмотрите ролик до конца, потому что в конце ролика мы взорвем эту деревянную постройку. Ура! Есть. Фрис выиграл, Фрис. Я выиграл. Ты выиграл, да? О, будем сейчас тут, пацаны, тусоваться, устраивать тусовку. Я в ванну. Иди как. Бедный человек обосрался. Я буду тут танцевать. Ура, ты какаешь. Вау, прикольно. О, тут компьютер работает, оказывается. О, да? Смотри. Запускай гнездо. Запускай. Саня. Гаррисмон запускай. О, прикольно. Мы тут будем играть сейчас, ребятушки. О, Пентагон взламываем. Давай, взламывай. Так он у тебя завис. У тебя какая-то винда здесь стоит галимая. Да посрать сейчас этот... Зря, пацаны, вы стоите все в одном месте. Мы сейчас все просто упадем. Так. О, я между шкафом и вот здесь стану. Так, тихо. Отлично, я еще живой. Чуть-чуть. Эх, блин. Я держусь булками, руками, всем держусь. Ванна, спасти меня. Вот так. А, не, вон сейчас будет другую сторону кренить ее. Давайте здесь станем лучше. Тихо. О, за стол буду держаться, все. Иди отсюда, иди. Я не хочу умирать. А что, еще никто не умер, что ли? Ой! Мы сейчас все резко умрем. Это весело. Пощади, Фрис, пожалуйста. Гусанёк, я с тобой. Ну я же хотел выяснить. Ну что такое? Тихо. Пожалуйста, тихо, не надо. Убери это самое. Я даже танцевать буду. Ух ты! Ну давайте. Ай! Да ладно, проиграл. Так, а гусанёк, ты жив. Пожалуйста. Не, еще гусанёк и... А, еще трое их. Сахар.
Ого, что он взял такое мощное? Это дробовик деда. Дробовик деда? Ротко, что не бабки? Руджбайка. Руджбайк. Что это за рогатка у тебя фуфлыжная такая? Есть, придавила сахара, бедный сахар. Все, гусенек победил. Нет, а нет. Форум еще стоит. Форум стоит, танцует. Ребята, настроение просто отличнейшее. Все, гусенек победитель. Все, давай, начинай, гусанёчек. Нет, гусанёчек. Я буду с сахаром, он больше выживает. Ай, жопа горит, жопка горит. Ай! А чем он мочит? А что за звуки такие прикольные? Какая-то плазменная пушка. Гусанёк, а я тебе жопу показываю. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Настроение отличное просто. Жопу показывай. Ля-ля-ля-ля. Ой, все-все-все, не показываю жопу, ну все. Вот, ребята, вот где можно повыживать. Отлично я придумал. Все, буду здесь стоять. Ой, ой, Гусанёк, ну блин. Я живой, я живой. Блин, это круто. Как все горит жестко. Все так хотят выжить. Не подсказывай. Да, я хочу выжить вообще сам. А как можно здесь подсказывать? Это что, викторина вопросов тебе или что? Поджигаю, все построю. Да я вижу, все. А чем ты жгешь? Xbox Classics. Понял. Давай, поджигатель. Ты на чем стоишь? Я стою, да я пятками держусь. Ну не выбиваюсь сильно. Пятки склеим, что ли? А то я по тебе буду стрелять. Ой, нельзя, не запрещаю. Движ Париж. Движ Малина. Давай, жги, жги всех. Нет, где, доктор, осуждаю. Доктор Кленер. Хорош. Тихо. Я доктор Кленер. Какой у доктора Кленера лысый лоб? Ой, кто-то гранату кинул. Прыгай, прыгай внизу. Гранаты пошли в ход. Ой, что-то моя стена уже горит здесь. Ой, ты какой дурак, ну ладно. Один упадет. Так, не мешай, не мешай, я хорошо выживаю. По-моему, что-то горит. Да да, воняет жмалиными жопами. Это Димина жопа. А чего я сразу? Я потому что. Ай! Ой! Ой! На текстурке, да, держишь? Ну я пятками держусь, да. Я этот родственник Человека-паука, нормально держусь здесь. А, ну то снова. Ищи же. Аааа. Тебе понятно, почему ты читер. Потому что мы пятки клеем намазал. Да. Супер клеем жопу намазал. Ой, пошел строчить. Семочки. Семочки. Семечки. Семечки. О, миллион. Че, кто еще живой? А, я вижу, Думыч. Думыч, Форум. Кирилл Геймер. Кирилл Геймер. Да нет, вот еще живой. Форум. Так я живой. О, спасибо тебе, что я теперь могу сделать. Ой. Кирилл, бабушка. Ой-ой-ой. Прикольно. Что страшно, не? Все четко, пацаны, выживаем. Нет, не надо, чтобы Дима выиграл. Не надо. А чё не надо, а чё? Нельзя. Третий раз уже. Ну а что, выиграет только сильнейший. Не, ну Гусенёк сам решает, как хочет, так и будет. Ну у меня Двич Париж. В огонь, миньон сгорел. Жареные миньоны заказывал кто-то? Нет. Блин, мне даже не могу куда пути отхода сделать. О, блин, хотел туда перепрыгнуть. Гусанёк, видите, прочитал меня. Да тихо-тихо, все, один раз ударился. Так, у нас еще кто? Думыч и Кирилл Геймер. На чем он стоит? На мне стоит. Че так сразу грубо? Ну, вошло. Сверли, ребята, давай, мочи на всех. На сопельках с вами. Удачи, Кирилл. Сопелька. Нет, да, что-то не ломает серия СМ2 оружка. Ой-ой-ой, жестко. Ломает, еще как. Че, пацаны, прощайте. А я еще жив. Ладно. Смотрите, как Кирилл Геймер хорошо держится. О, пришел вот танцевать здесь. Реально, думаешь, летает. Я летаю, я живу. Ты что, Саня, жертва играет, что ли, да? Ой, он издевается над нами, пацаны, он кайфует. Он над тобой больше всего издевается, смотри, не надо. Где-то вообще. Саня, не надо. Все, сейчас упадет. Саня, не надо. Возьми дробаш деда, дробаш деда. А что они разламываются, я не понимаю, ну что там, железное, Саня, что ли? Да. Железное дерево, а нет, смотрите, хрустнуло. Да.
Давайте возьмем камеру, чтобы смотреть, как он упадет. Саня, Саня, иди по- над думочек издевайся. Такое лицо прикольное. Саня, хватит надо мной издеваться. Вон, думай. Эй, убери свои ляжки. Давай, гусенек, покажи вещи. Гусенек так понял, хочет это здание полностью стереть с лица земли. Просто его уничтожить полностью. Каждую молекулу, чтобы ничего не осталось. Да ладно, живой. Каждый атом. Саня, пожалуйста, не надо. Давай, мочи его. Саня, пожалуйста, не надо. Смотрите, он прям вверху ломает специально все. Саня, там еще у Думыча целая платформа. Думыч там сидит на платформе. Да тут вообще Дима на текстурке, ты смотри на него. Ребята, кому надо дрова, обращайтесь. У нас после роликов куча дров остается. Саня, не надо. Иди Думыч, иди над Думычем издевайся. Пожалуйста, Саня. Отстань от меня, я. Одна досточка осталась. Единственная. Саня, пощади. Кирилл, расщепи атом. Вот прям сейчас, здесь. Думыч. Что, Таня, все, открыла? У нас двое осталось. Саня, пощади, пожалуйста. Оба стоят. Ну, Гусанё, ладно, давай меня, скидай меня, наверное, потому что пусть он да. Еще повыживает. Ты еще там выгнал, ура. В конце можно было его не добивать. Давай, Кирилл Геймер, удиви всех. Разрушь нас. Ого, что ты там взял? Только я хочу живой остаться. Ого, он взял что-то очень мощное. Эй, ой, ты что тут сразу... А, стекло же не пробивается. Прикольно, так стружка летит мощно. А что оно не ломает, это здание? Это очень странно. Ух ты. Пошел. Красиво улетел вниз. Не плачь. Я в этой серии живых не оставлю. А, кстати, можешь поплакать, меньше писать будешь. Он любит писать. Я умею. Через рот. Да. А чего вы все сюда пришли, вот скажите, танцоры, танцеристы? Танцоры. Хорошо. Танцвиш Париж. Танцвиш Париж задрал уже. Так, миньон, давай не держись от меня. Я ем абрикосы. Ой. Миш Париж обламывается. Сколько у меня жизни? 28 жизней осталось всего-навсего. Ой, стекла трещат. Все, гусенек слился. У нас двое осталось. Форум и я. Я понятно. Еще ни разу не был. Я тоже форум, у нас тут вообще этот. Пацаны, ну если вы не умеете играть, ну что поделаешь? Ну так бывает. Я просто в каждом раунде Миш Париж. Реально, у меня вообще там Миш Марина. Миш Априкоса. Давайте, бой, ножками. Вы сейчас сгорите. Нет, мы не сгорим. Нормально. Я выжил. Форум, не падай. Я выжил. Я единственный остался опять живой. Нет, форум над тобой. Ай-яй-яй, по башке стекло удало. Ребята, как и обещали, мы сейчас будем разрушать деревянную постройку. Только я буду ломать ее воздушным ударом. Уходите все. Убегайте. Бежим. Давайте посмотрим, как все разлетится. Надеюсь, я живой останусь. Вообще ничего не осталось? Ну, нет, не остались. Нет. А еще один. Еще один? Что осталось? Давай, да, давай. Отходите, отходите все. Его там форма сейчас. Нет, я выживу. Что там? Вот это было мощно. Интересно, достанет до меня волна ударная? А нет, я живой. Если вам понравилась эта серия, и она вам подняла настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Это сейчас.